самая лучшая волшебница в мире. Когда мы с папой ложимся спать, она колдует на кухне. И ба-бамс! Утром нас в холодильнике ожидает вкуснющий торт. А когда на улице пасмурно и идет дождь, она может согреть своими объятиями и поднять настроение своей улыбкой. Тогда будет неважно, какая погода за окном. Ну не чудеса ли это? Мамочка, мамулечка, мамочка всегда рядом со мной. Поддерживает, верит и любит. Ты самая лучшая мама на свете.